В эти выходные в стране пройдет массовый субботник. Его инициатором выступило общественное движение «Зеленая Россия». Второй год подряд к масштабной акции присоединяется и Чувашия. Экологический десант высадится на берегах Волги и доберется до озера Астраханка. Именно здесь организаторы акции планируют провести массовый субботник. В прошлом году на призыв очистить леса от мусора откликнулись 40 добровольцев. В этот раз их будет больше, рассчитывают организаторы. В Министерство природных ресурсов уже поступило 15 заявок. Зарегистрироваться в качестве участника акции возможно по телефону 62-10-02 или же на страничке в социальной сети. Добровольцев настраивают на ударный труд. Озеро Астраханка является излюбленным местом многих горожан. Но культура отдыха оставляет желать лучшего. Каждый год отсюда вывозят горы мусора. Мы хотим, чтобы такие памятники, они все-таки привлекали всех в первую очередь своей первозданной чистотой. И периодически наводим там порядок. Это не разовая акция на Астраханке, если честно. Мы в год, наверное, пару раз там убираемся, проводим акции разные. К всероссийской акции присоединяются не только Чебоксары, но и другие муниципалитеты Чувашии. В каждом определили территории для проведения субботников. В Министерстве природных ресурсов также призывают экологов провести обучающие уроки с детьми, рассказать, насколько важно сохранять чистоту окружающей среды и убирать за собой мусор. Поучительный ликбез с подрастающим поколением планируют провести сотрудники лесхозов республики. Они примут участие в другой всероссийской акции «Лесники открывают двери». Районные лесничества проведут экскурсии для школьников и познакомят детей с культурами, которые растут в Чувашии.